Я Балашов Михаил Михайлович, 27.03.2005 года рождения. Проживаю в городе Москва. Я создал неонацистскую группировку, параграф 88. Вовлек в нее несовершеннолетних друзей. После чего мы акционировали, совершая нападение на лиц неславянской внешности. Позже со мной связались спецслужбы Украины. Сначала нам предложили поджигать реальные шкафы. После нам предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Я проводил разведку места жительства Маргариты Симоньян, за что получил деньги. После этого я списался с куратором, который мне должен был оставить автомат Калашникова и деньги. Придя на место, где это оружие должно было находиться, я был пойман с сотрудниками спецслужб.